стоит. Мы сейчас идем посмотрим на этот трамвайчик, куда он нас повезет. Поехали кататься по городу на вагончике. Что мы так ползем? Судебные палаты. Старое здание. Как я одену? Она арка. Шато. Дворец. Дворец Наполеона III.
Вот этот дворец. Направо, вот этот. Сейчас там кто-то сидит. Кто там сидит? Кто там есть? Зэки. И постройка потеряна, которая закрывает лифт. Самое высокое здание, где находится этот кафедраль. Просто этот городок на возвышенности. И получается, эта церковь на возвышенности. Там спуск идет дальше. Святая Анна называется. Это место. Ну, хорошо. Святая Анна, поехали дальше. Нас вообще ничего не впечатляет этот паровозик. Да паровозик-то, да, но покататься. Ну, я имею в виду не паровозик, а сами улицы. Как-то не впечатлило нас вообще. Все такое какое-то старое, разрушенное. Старые здания, опять узкий проход. Я не знаю, как мы едем. Вот как-то едем. Господи, Боже. Вот люди нам нас пропускают. Старый город, такие старые здания. Это, конечно, хорошо, когда сохраняется архитектура. Ну, как-то не знаю, нам больше нравится наш город. Наверное, мы уже привыкли. Какие там улочки. Это местный рынок. Там продаются овощи и фрукты. Интересный рынок. Надо туда зайти. Это